1 апреля в Кировском районе стартовал месячник по благоустройству. Генеральная уборка будет осуществлена во всем районе. В стандарты уборки входит мытье окон и фасадов, тотальная уборка придомовых территорий, протирание стен и предметов в парадных. Мытье фасадов, отмостки, полная уборка придомовой территории от листвы и бытового мусора. Далее мы планируем проведение комплексного субботника с выходом, соответственно, предложим жителям нашим поучаствовать в этом субботнике. И также весь наш персонал будет. Придомовая территория. Также у нас планируется чистка колодцев, которые входят в нашу зону ответственности, что относится к домам. Кировский район является активным участником движения «Раздельный сбор». В районе установлены специальные мусорные баки для пластика, стекла, бумаги. Важно помнить о правильной утилизации отходов. Нина Федоровна живет в Кировском районе почти 54 года. За столько лет в районе и на ее улице многое менялось. Сейчас она считает, что управляющая компания хорошо справляется со своими обязанностями. Где-то вот я хожу, когда магазины прохожу, бывает изумительно. Просто вот идешь... Даже страшно идти, что настолько чисто все, вот дворниками убрано, вот эти вот поребрики. Особенно осенью падают листья, и дворники убирают, все равно там листья падают на газоны, получается грязновато. Ну, по-всякому бывает. Но сказать, чтобы это ужасно, грязь, я этого не могу сказать. Помимо уборки внутри домов и придомовых территорий, проводится уборка внутриквартальных проездов. Уборку осуществляют вручную и с помощью уборочной техники. Уборка производится на ежедневной основе, с утра до вечера производится. Также еще есть уборка по обращениям граждан производится. В рамках месячника по благоустройству производится, да, уборка с путем применения шампуня, моющих средств. Также производится, будет сам месячник, в течение всего месяца будет производиться эта уборка. По вопросам работы управляющих компаний жители могут обратиться в круглосуточную дежурную службу администрации Кировского района. Месячник по благоустройству завершится общегородским субботником, который пройдет 24 апреля.